14 сентября, солнышко встает, солнышко, а прохладно на улице, плюс 11. Ну, а все равно хорошо, днем сегодня 29 будет. Крыши наши. Это моя вишня, которая вот колерованная. Вон летают птички. Полетели. И солнышко встает. Друзья, всем привет! Сегодня 17 сентября. И я занимаюсь тем, что пересаживаю свои розы. Ну вот. Вот, например, пересадила только что розу. Сама по себе роза красивая, но это разве роза? Она росла под орехом в баллоне. И, в общем, не хватало вообще света. Орех не давал расти. Вот здесь весной, кстати, я сажала 5 роз. У меня укоренилось только 2. Вот эта вот роза, вот вторая роза. Но ни одна из них не цвела. Одна вот бутон набирала, я срезала его, чтоб лучше укоренялось. Ну и вот сейчас здесь у меня остались, как говорится, такие прилуночки, где розы не прижились. Поэтому я сюда вот сажаю розы. Сейчас я еще эту розочку и обрежу. Вот, чтоб она лучше укоренялась. Вот, полила, даже вода стоит. Вот. А здесь мой прудик. Вот так вот зелень разрастает. Надо вытаскивать циперус из воды. Воду еще с прудика не убирала, но пока только насос убрала. У нас уже будет здесь скоро ночи плюс 9, плюс 8 передает через дней 10, дней 7 через неделю. Поэтому, думаю, надо уже его вытаскивать с воды. И чтобы он более-менее просох, скоро буду заносить в дом. Ну и надо будет, вот я сажала молочай трехгранный, ростки валялись месяц, думаю, дай-ка я их посажу, у меня много, ну пусть будут приживутся, будет как украшение, думаю, летом, а если это зимой пересажу в горшок. Ну представляете, они все прижились, и вот это же вот считается, что оно цветет так, прирост дают прям хорошо. Вот, но они так как будут отсюда убираться, вот видите, как ее, не гортензия, а хризантема растет. Вот вторая хризантема, покупала тоже, посадила ее сюда, маленькая еще она. Вот ельконика. Посмотрите, как колеусы разрослись. Вот этот, что повыше, этот растет в горшке. А это прям черенками сюда сажала. И вот они сейчас к концу лета прям прекрасно бузуют. Ну, а это будет все убираться. На зиму будет убираться. Это занесется. Это временно здесь просто растет герань на летний период только. Вот, потому что здесь было пусто, а вообще здесь, вот видите, прижился девичий виноград, и я хочу пустить его по стволу, по столбу и заплести. Вот мне понравилось, на лето высаживать буду ситкриазию фиолетовую, вот. Вот она здесь так, просто вот обламывала вот от той обламывала и втыкала, она все приживается. Но весной там много черенков. Поэтому весной я все здесь засажу. Пусть оно будет как однолетник здесь. Вот циперус стоит в воде. В воде стоит. Прям. И вон плавают, видите, бросала. Сейчас покажу. Бросала вот, вот такие вот ветки срывала. А они вон прижились. И ну как прижились? Они
в воде плавают, укоренились. Можно высаживать. Вот тоже также высажены. Вот растут молодые. Вот это вот были маленькие первые череночки. В общем, вот по краю там тоже посажен девичий виноград. А вот здесь у меня не хватило земли. Ну вот сегодня в углу посадила девичий виноград. Тоже прям с корнем он у меня здесь в ведре стоял укорененный. И сегодня буду, кстати, освобождается лишняя земля вот с этих баллонов, в которых росли розы вот эти. И я буду ее использовать. Вот. Сейчас вам покажу. Вот эти страшные мои баллоны. Но здесь, видите, тень. Время обед, здесь тень под орехом. Здесь только растет мало-мало девичий виноград. Ну и барвинок еще. Еле-еле, как говорится, душа в теле, вообще ничего не растет. Вот колеусы, немножко свет попадает. Колеусы стояли-стояли, пошли в рост, пошли. Вот здесь так. Вот эта роза, еще одна такая же. Вот. Ее я тоже буду сегодня пересаживать. Вот. Роза, по идее, должна быть большая и красивая. Но мало света. Так что отсюда я вот эти и баллоны уберу страшные. А земля освободится. Я засыплю ее в то место, где не хватало земли. Ну все, работаю дальше. Друзья, привет. Сегодня у нас какое? 18 сентября. Бабье лето в разгаре, сегодня 33, но завтра уже похолодание такое будет небольшое, до 24. А ночью 16-17 у нас еще, и ну вот будет опускаться до 9. Но я сейчас чем занимаюсь? Обрезкой цитрусовых. Вот мои лимоны. 8 штук, так все и висят они. Уже такие крупненькие. Вот, я делаю... Прорезаю, но здесь, собственно, на этом и обрезать-то нечего. Прорежать. Вот он у меня еще и цветет. Вот. Хотела провести обработку перед тем, как заносить в зимний сад свой. Хотела обработать еще гербицидом от... Ой, как его называют? От щитовки. Вот. Хотя щитовка ушла, но все равно вот где-то я вот видела такие маленьких парочку. Надо, вот не знаю, где он, так не видать. Ну, вроде как все нормально. Но хотела профилактику. Вот, например, видите, есть чуть-чуть. Гаденыш, есть. Вот. Хотела обработать перед тем, как заносить. Ну, вот думаю, раз цветет, пока не буду. Сейчас отцветет. Через недельку, может быть, сделаю обработку. Вот это у меня гранат. Я тоже проредила, вырезала, которые вовнутрь росли. Вот эту вот еще надо, наверное, убрать. Или пусть пока порастет. В общем, чтобы лучше проветривалось, скажем так. И вот этот лимон я уже проредила. Это такой, знаете, из косточки. Можно использовать как подвой. Но пока его держу, ну он так, чисто декоративный у меня. Вот, тоже его проредила. Хорошо проредила. Вот это бы надо сучкорезом срезать. Здесь вот эта ветка чуть-чуть пропавшая. Но от нее вот тут растет рогатуленька. Вот, и сейчас занимаюсь обрезкой вот этого. Видите, тоже загущенный. Тоже это как бы из косточки. Вот обрежу вот, например, вот такую ветку, которая внутри растет. Но их много. Вот эту ветку оставлю. А вот эту веточку обрежу. Вот из этих двух одну вырежу, скорее всего, вот эту вот. Вот эти мелкие обрежу. В общем, слегка его прорежу. Вот. Вот так вот он сейчас у меня выглядит. Вот этот тоже довольно-таки сильно проредила. Прям такие вот, ну, посвободнее веточкам стало. Вот сколько настригла, много. Нормально.
лишнюю убрала, а то тут по 5 веток растет. Вот. Вот видите, раз, два, три. Я тут одну оставляла. Вот из двух одну выбирала. Вот так. В общем, прорядила. Вот так получилось у меня. Вот какие большие лимончики. Прям, ух, 8 штучек.